Как ты? Нормально. Как себя чувствуешь? Все хорошо. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом мужества награжден ефрейтор Головин Дмитрий Сергеевич. Дима, от имени Верховного Главнокомандующего, от имени Министерства обороны, я тебя награждаю, поздравляю. Служу России. Желаю тебе выздороветь, встать на ноги. Спасибо. Поможет. Служу. Семья, жена, дети? Да, есть. Семья есть. Откуда сам? С Кировской области. Какой должность был? Наводчик. Наводчик. Спасибо. Спасибо.